На арабской земле совершали подвиги воины Красной Армии и моряки-черноморцы. Свой бессмертный подвиг на арабской земле совершил легендарный капитан, герой Советского Союза Дмитрий Калинин. Участники вспомнили все вехи боевой славы Анапы, героев, которые погибли, освобождая город и район, всех, кто не вернулся с полей сражений. Их память почтили минуты молчания. Торжественным маршем прошли кадеты и юные казаки. К стеле возложили цветы. Почетное звание «Город воинской славы» Анапе присвоено президентским указом от 5 мая 2011 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный в борьбе за свободу и независимость Отечества. Благодаря всем поколениям, Россия сегодня живет. Россия освобождала всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. И именно советскому солдату рукоплескала Европа. И Жуков со своими бойцами водружал красное советское знамя над Рейхстагом. Мы должны этим гордиться.